Буквально пара слов о Димо, наклейке, которая закрывает отверстие, которое, собственно, дребезжит, то есть мембрана. Если достаешь просто флейту из чехла и начинаешь на ней играть, то звук выходит, ну, как у обычной бамбуковой флейты. Это потому, что Димо еще не высох. То есть еще не увлажнился, он еще сухой, он высох. Вибрировать начинает, когда увлажнится при игре. Но мы хотим взять и начать играть, а не сначала поиграть, чтобы она зажужжала. Поэтому закрываем все отверстия и просто дышим в амбушюр. Проверяем. Другое дело ведь, другое дело. Звучит совсем по-китайски. Еще не до конца привык к этому амбушюру.